Привет. Привет. Пока вопросов нет. Покажи венок. Твой венок — моя гордость. Да. Еще не доделал. Не доделал. Большой венок. Инна вон там бегает где-то. Бежала. Мой венок? Нет, мой венок — это слишком красивый. Я даже не вижу, где я этот урод. Его уже убрали. Покажи себя. Сделай суперский венок, постарайся. Сделай суперский венок. О, сейчас я сделаю сам суперский. Машуль, что ты любишь бухать? Это сам придумал? Нет, написано. Да? Когда-то, когда-то ничего. Да. Я в четверг. Кстати, Маш, посоветуй хирурга на ринопластику в Петербурге. Не представляю. Это Инны не на студии, я даже не прочитаю, как это написано. Ну почти. Это одна из комнат Инниной студии. У Инны много студий разных, это вот одна из них. Все. Сколько стоит научиться плести венки? 3500. Венок в подарок. И еще капхейки. Ой, у Инны много студий на Крестовском, в центре города, на Петроградском. Ты много здесь встретила своих подписчиков? Нет. Штучки 3-4. Маш, как бороться с ревностью? Больше уверенности в себе. Расскажи про Степу, кем он работает, когда свадьба? Мы попозже берем. Так, а измену стоит прощать? А измену стоит прощать? Маш. Вообще, в принципе, стоит все прощать. Почему Степа не плетет венок? Не знаю. Степа, Паша, ты закончишь трансляцию или нет? Ты любишь мороженое? Да.